Ребята, всем привет, с вами Александр, это Jurassic World The Game, да. Не запускал я игру, наверное, полгода, времени нет, работаю, ну, все просят, что же там, мне самому интересно. Вот что я тут заметил, что уже, да, наконец-то у нас больше 90 уровня есть, да. Ну, наград за последних 20 уровней ничего-то, в общем-то, не давало. Не давали никаких, по-моему, динозавров, ничего интересного не было, если мне память не изменяет. Так, последний я участвовал в турнире на Горгозавра, получается. Так, давайте смотреть, что у нас тут интересного. Микропозавр, это вообще как бы все древнее. Я тут что-то новое увижу интересным. Так, фарракс и кабанчик, все старое. Старый босс, кстати, редкий босс, и вот он когда-то был, а потом вообще пропал. Очень долго, вообще не помню, был ли он вообще хоть несколько раз, этот босс микропозавр, этот саламандр, да, по-моему, босс называется. Он мне так все как бы лагает, тормозит, давно не запускал вообще. С большим трудом у меня стартовал эмулятор Nox. Так, давайте на Сорну сбегаем. Вот, кстати, эта статуэтка, которую я хотел посмотреть. Статуэтка Саламандры. Давайте тогда вернемся обратно. Зайдем в наш центр. И... А что, динозавров? А, это карточки. Ого, смотрите, 240. У меня не хватает сейчас 27 динозавров. Ничего себе. Ну-ка, здесь фильтр. Все существа... так, а подождите, а как тут выбрать? Не в коллекции его. Итак, спинозавр мод 2. Он у меня разблочен. Потом велоцираптор, валькирия 77 босс, саламандра 16 босс. Во! Гигакилоцефал. Это у нас, ага, супер ДНК. Анкилозавра нужно было собирать и гиганоцефал. Это у нас есть. Так, это все старое. Дейноних, альбертозавр. Не было вроде бы при мне. А, не, дейнониха здесь не было тоже, по-моему. Когда я последний раз играл, этого не было. Ну, мне сразу напоминает Зориан. Дакотараптора напоминает дейноних. Так, альбертозавр похож, вообще, копия горгозавра из Jurassic World Alive. Так, дейнозух. Дейнозух. Да, это у нас как раз, по-моему, к крокодилам относится. Да, саркозух это у нас крокодиломорф, а дейнозух это, по-моему, как раз крокодил. Ну, предок, родственник какой-то крокодила. Сонарозавр, даже такого что-то не помню. Сонарозавр, ну, относится к брахичам, блин. А я, вы знаете, люблю всяких брахиозавров. Так. Трицератопс мод 2. Ну, не знаю, вот это введение мод 2 вообще бесполезная штука. Есть миллиард динозавров, которых как бы в игре нет, они вводят мод 2. На кой черт оно надо? Анкилозавр, тарбозавр мод 2. Вот плезиозух. Новенький водоплавающий платекарп. Ну, то вообще не интересно, что они тут повводили такое. Ну, как бы дракоцератопс. Да, кстати, по идее 20 левела нужен, даже не... О, да, раньше такого не было. Раньше все создавались из 40-х, а сейчас уже, видите, можно из 20-го создавать. Ну и трицератопс мод 2. Типа у меня даже такая фигня есть. Вот. Хромоспинус. Интересно, это какой-то птерозавр со спинозавром, чё ли? А, ну он, смотрите, он как переливается. Как будто бы этот, паразоролов мод 2. Так. Бронемата. Да, это мозазавр мод 2. Водный с надозавром. Ничего себе гибрид. Но у меня мозазавра мод 2 нету. А вот это Дилафа Боа. Титана Боа плюс Дилафазавр мод 2. То есть он у меня есть, я так понимаю, да, но не готов, потому что не в коллекции.
Его здесь у меня сейчас нет. Вот такой вот красавчик. Дилас. Ну что, выглядит красивенько, мне нравится. Так, у меня там вообще места хоть есть? Активировать за десяточку, значит, а что у меня там было занято? Давайте выведем Саблезубича. По-моему, он у меня на продажу выводился. Смелодончик. Это дело продадим, то дело пусть сидит, выращивается. Давайте пойдем, зайдем в турнир. Что у нас? События. Золотые награды, набор. Что-то как-то выглядит по-новому. Ну, тут все легендарные. Ну, классические какие-то легендарные. Вашим распоряжением сразитесь за... один в этом событии. А, это с этими. Смотреть особый ход. Так, ужасного босса есть свой особый ход, который пригодится в бою. Так, ну это я вообще не понимаю, что это такое. Особый ход. Нажмите на значок особого хода в бою и узнайте, что он делает. Ну, очень интересно. Когда кнопка особого хода заряжена, активный босс... Ух ты, блин, тут это что, у меня тут прям несколькими боссами можно сражаться? Ну давайте. Новая картиночка, да, с царапин. 4 царапин, это у нас индоминус, да, по идее. Тираннозавр не мог такое сделать. Явно пальцев не хватит. Так, это битва боссов. Да, а почему я одним боссом против их троих? Можно узнать? Так, у него полторушка, то есть он меня за 4 удара вынесет примерно, да? Так, и это у нас равный бой. Ага, я первых двоих как бы... А я его не вынесу за 3. Или вынесу. Ладно. Не будем пока рисковать. Но тут как тяжело их пройти. На самом-то деле. Вот мне 2 удара прошло. Я вот практически покойник. Блин, я завтыкал посчитать, сколько у него баллов. По-моему, у него ничего не осталось. Давайте смотреть. Ну, я так понимаю, с каждым ходом или с каждым очком оно у нас как-то там считается. Вот, да. Ну, этого я выбил. Ну, если меня полностью атакует Валькирия следующая, то, может быть, я ее пробью. Вот если прямо сейчас она меня атакует. А у меня может зарядиться уже мой суперудар, кстати. Так, она себе 1 балл приберегла. Правильно я понимаю? 80. 95, ну вот надо же было, так не хватило. Она мне-то на 2 всего лишь проатаковала. А, сейчас она меня вынесет, да. Но я, если бы я ее проатаковал по полной, 2, ну блин, как раз, да, чуть-чуть надо. Если я поставил 3, выжил бы. Но тяжело, слышите, если бы у меня хотя бы там, у него было 2 травоядных, а так, извините меня, у него 3 существа такого же уровня, как и у меня. Тут уже дело везения, конечно. Ну, давайте еще раз.
Противник x1. А почему у меня тогда было три противника, если он x1? Сейчас опять их будет трое. Не, здесь один, да, а что это был за прикол? Там было три, типа супер-пупер-мега. Сложный бой был. Но чуть-чуть не хватило мне, чтобы его затащить. Ну да, я хотел так вот использовать вот эту вот штукенцию. Супер удар попробовать, блин. А. Но не хватило. 95% это прям облом был. Ну вот и все, как бы победили. Ну, с одним до суперки не доживешь. Отправим Оуэна, пусть разбирается. Ух ты, это можно тут сменить даже, что-то было. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут еще по боям. Ну, обыкновенные бои, землетрясение. 4 боя для того, чтобы набор получить. Ну, много турниров, да. Но ничего особенного нет. Секадон уже в который раз Секадон в турнире. Так, ну здесь все по-старому, да, ничего такого не поменялось. А ну давайте заглянем. Давайте травоядного возьмем, что ли. Джиггернаута. Так, подожди, как у нас второго босса Трицератопса назывались? Один был Джаггернаут, а второй Омега, да, по-моему? А, это, блин, это просто этот бой. Бесконечный бой. 19 противников. Ну, это, в общем-то, даже не интересно. Не знаю, можно ли его пройти, кстати, полностью до конца. 18. Но у меня не так уж много жизни на самом деле. 11 тысяч. Такой самый неприятный, когда тут тварь такая, которая сдохнет с одного тычка, а ты вот с ней должен возиться. Капразух. Ну их, давайте мне хоть каких-то новеньких динозавров, что я тут со всякими стариками сражаюсь. Три, ничего себе, три в защиту поставил. Так, ну мне опасаться стоит только хищников и то, которые будут там намного позже. Так, ну это я типа уже бьюсь за второй уровень награды. 3. Ну вот, смотрите, 700. Мне какой-то дохлый перераптор откусил 700. А-а-а.
Ну, я с запасом поставил. Так, надо уже как-то посчитать, что ли. Но не будем мы, наверное, сражаться. До 15 это будет очень долго, неинтересно. Ладно, давайте сейчас супер удар и закончим бой. Традончик. Сдадимся. А, ну типа награду первым не дают, да? Это хорошо. 120 генов. Ну это мне надо, короче, перезагружать комп, чтобы эта вся фигня перестала так люто лагать. Давайте заглянем еще вот сюда, что нам тут предлагают. Монеты, это никогда не было интересно. Ну, вообще какая-то ерунда. Это все последнее, больше ничего нет. Печально. Что за монеты? Давайте. Ну, 3-4 миллиона за карнораптор. Вполне себе нормальная награда. Так, тут 7 миллионов. Ну и тут немножко. И тут еще 7. И тут 8. В общем, там и все. Можно даже поставить немножко задание на мясо. Так, ну ладно, ребятки, на этом я буду заканчивать, потому что она еле шевелится, тормозит. В общем, как говорится, это видео посвящается всем тем, кто пишет комментарии, выпусти видео. Но все зависит, ребята, от времени. Будет время, будет немножко видео. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!